Анатолий, Крым, письмо Богу. Голки, лучшие голки для примус. Покупаем голки. Жировавший по пятницам в небольшой Семериновке! Семериновке! Он крутился в толпе целый день,
которыми хозяйки снимали нога со своих примусов. В сердцах уминая головного лимальца, чей товар ткнулся и ломался. В третьей попытке воткнуть его в нагоревшую сажу. Все звали его по фамилии. Лимальц! Да. Как? Лимальц! Давно забыл имя. Известно. По паспорту он был Янгель Румимович. Но кто заглядывал в тот паспорт? И кому придет в голову величать отчеством полоумного оборванца, добывающего хлеб насущный, столь несерьезным занятием? Хотя, правда, не скроешь, без этих голов не работал ни один северяновский примус. Что уж говорить о двух кирогазах, которые имелись в домах, уполномоченных у забот конторы и председателя поселкового совета. Никто в Северяновке не интересовался прошлым Лимарисом. Оно было понятно для большинства жителей. А точнее, для меньшинства, которое чудом выжило в последнюю пятницу октября первого года войны. Из окошка с кабиной лавки, в которой Лимарис был и заведующим, и продавцом, и кладовщиком, он увидел, как на мокрую от дождя площадь въехали три крытых брезентом грузовика. Подгоняемые командами эсэсовцев, чей бронетранспортер стоял во главе колонны. Черная масса полицаев соскочила из кузова и на ходу, клацая затворами винтовок, бросилась в рассыпную. Через несколько минут окрестные дома взорвались криком и плачем. А площадь стала заполняться полураздетыми женщинами, стариками, детьми. Окружив людей караулом с охрипшими, злобными собаками людей погнали на окраину Северяновки, а затем проселочной дорогой к лесу, на опушке которого находился глиняный карьер. Слабое эхо автоматных очередей перекрывал свист ветра, расчищавшего дорогу первым снегом. Все видел и все слышал. Умирает страх и невозможности быть там рядом с ними.
он не умер от разрыва сердца. Быть может, потому что в одно мгновение перестал чувствовать, где оно. И даже много позже, через месяц, год, прикасаясь ладонью к груди, не ощущал даже слабых ударов. Происшедшее, похоже, отняло и речь. Целый год он не разговаривал, боялся услышать собственный голос, а на все вопросы собеседников покорно кивал, как старая подслеповатая лошадь. А когда Северинов освободили, то он, в отличие от других жителей, не пошел в лес искать общую могилу. Он не хотел верить, что родные его погибли. И долгими ночами тускнеющий мозг сочинял сказку о невероятно счастливом спасении семьи. А почему нет? Чудеса случаются, и многие из них записаны в старинных почитаемых книгах. Они начинались вечером, когда глава семейства доставал из укромного места толстый фолиант и торжественно читал о Красном море, которое расступилось, спасая избранный народ, про горящий куст, вспыхнувший перед испуганным Моисеем, про неземной красоты храм, выросший среди пыльного Иерусалима, про ангела, остановившего руку Иакова. Так почему же Рахиль, Фимка и Аркаша не могли жить? Пускай где-то далеко, в других мирах, в других странах, без надежды на случайную встречу, но жить... Что стоило Богу пошевелить только одним пальцем, чтобы они остались живы? Ничего не стоило.
и картинки вспыхивали иногда перед глазами в бессонные ночи. А потом тихо гасли, как догоревшая свеча. После войны Василий умер, надорвавшись на железнодорожных работах. Не посмотрели, что инвалид, знали все, кто мог передвигаться, даже на одной ноге. Его жена переехала к дочке в Сибирь, оставив на Лимариса хату в одну комнату с чуланом и хлевом, в котором уже окаменел навоз, некогда спасший ему жизнь. Так он и вложил свое существование в продаваемой ветрами развалюхе, растапливая по вечерам печку, чтобы вскипятить чайник и залить кипятком немножко. Да и вещи, оставленные хозяйкой, пригодились. Старый кошек Василия, спасавший от холода. Щербленые чашки, три миски, лавка и два табурета. Что еще нужно в дому, у которого есть крыша над головой? Рай, да и только! Северинушка! Северинушка долго выползала из разрухи, но приехавшие из района начальники, высевших в гимнастерках с нашивками ранений, растормошили людей! И уже через полгода забахтела паровая лесопилка, заработал тарный цех. А в продуктовой лавке появились чай, сахар и даже хозяйственное мыло! По карточкам! Пускай по карточкам мы появились! А весной, повинуясь тысячелетнему инстинкту, люди потянулись на огороды. А к его развалюхе тоже примыкал небольшой огород, который Лимарис тщательно измерял шагами 3 дня, не понимая, что с ним делать. Но вскопать не решился. Не знал, что посадить. Да и семян никаких не было. Впрочем, не было на обычном крестьянскому ремеслу. Всю ту жизнь проработав в скобяной лавке. Гвозди, лопаты, грабли были его стихией. Но призванием, от которого он упрямо не желал отступать. И судьба не желала, чтобы он ворвался с скобяным делом. Подарив ему со свалки большой моток тонкой проволоки, из которых он и мастерил свои иголки. Труба дымохода, а соседка, копавшая на соседних развалинах,
со слезами и вздохами поведала, как все было на самом деле. Партизаны взорвали цех железнодорожного депо. А немцы согнали заложников из ближних домов на площадь. И затем превселюдно всех... Боись, назидание другим. Один из тысячи эпизодов большой войны. Он не заплакал. И даже удивился своему спокойствию. Все внутри стало каменным, мертвым. Не хотелось ни думать, ни жить. Полдня он просидел возле этой трубы, а потом пошел в комендатуру. На следующий день ему предложили пойти на работу. Куда? В милицию. Даром, что ранен плечо. Ну, не в ногу же. Ноги были целые. А в милиции-то главное что? Ноги. Ноги! Он равнодушно согласился. В милицию, так в милицию. Но поставил условие, что послали куда-нибудь подальше от родного пепелища. Хоть к черту на рогах. Так он оказался в Севериновке. Участок милицейский состоял из старшины Тихоненко до трех милиционеров. Раны затянулись. Плечо почти не ныло, даже в дождливую погоду. Только внутри все по-прежнему было каменным, мертвым. И не только внутри. Каменным было лицо, на котором ни севериновцы, ни подчиненные не наблюдали улыбку или другое выражение чувств. Каменными были походка, жесты и даже скупые слова команд. Оттого-то все и побаивались начальника милиции. А и, быть может, поэтому местные жулики и карманники перебрались в соседнюю попельню, где начальство было добродушным, матершинным и не гнушалось на отношений. Результат у тебя. Запас может прокормить, его не было никакой возможности. Конечно, лопата была не его инструментом. Но Зинаида, залдарская вдова, была женщиной доброй, гладкой, работала в пекарне, так что за огород полкранихи хлеба уже можно было засунуть запасы мысленно. Земля была мягкой, как масло. И вскапывая первую грядку, он почувствовал, как точно так же что-то размораживается в нем самом, становится живым и податливым. Он удивился, скривил губы. Что веселого может быть впереди? Ну, солнце чуточку обожгло землю, согрело лицо, руки. Ну так на то и весна. Нет. Все-таки причина в словах женщины. Торопливых, сыпучих, как коров, которые она хотела посадить до Пасхи. Она так и сказала. До Пасхи. А он забыл не только, как выглядит эта самая Пасха. Он забыл само слово, потому что все праздники куда-то исчезли, попрятались. Конечно, Зинаида... имела в виду свою Пасху, православную. Но ведь известно, что перед их Пасхой
непременно случается его пейса. Теперь уже заныло в желудке, который раньше мозга напомнил и о яблочном штурмделе, и о стаканчике вина, и о хорошей курице в сладкокислой подливе. Что уж говорить об орехах с медом. Лемарис удивленно прислушался, нет, он задрал рубашку, чтобы посмотреть на него. К желудку, не знавшему последние 5 лет ничего, кроме картошки, крапивного супа и черствого хлеба. И глупо улыбнулся. Оказывается, мозги находятся не только в голове, малая толика их прячется в желудке. И Бог поступил очень мудро, распределив таким образом человеческие органы. Если голова забудет, желудок обязательно подскажет. Хорошо. Что он вспомнил? Пейса. Всю жизнь он праздновал этот самый главный и светлый день года. Как праздновали его родители. Родители его родителей. Пока война не прервала томительную цель ожидания этого весеннего дня. С нетерпеливым детским желанием ему вдруг захотелось вернуться в далекое прошлое, когда Рахиль зажигала пасхальные свечи, а он доставал из укромного места старинную книгу и торжественно, водя пальцем, читал слова, положенные по такому случаю молитвы. Еще ему подумалось, что если он празднует в этом году пейсах, то все его близкие, которые теперь живут на небесах, будут радоваться вместе с ним. А он обязательно оставит им на подоконнике свои хибары маленький кусочек яблочного штруделя, который они заберут ночью, когда он заснет. Он копал огород, не замечая слез, которые текли по его грязным щетинистым скулам. Улыбался, шмыгал носом, опять плакал. А когда в своих фантазиях вдоволь наигрался картинками прошлого, когда подробно отпраздновал в мыслях все пасхи, которые запомнились ему, начиная с самого детства, что-то холодное ударило в лицо, стирая картину. Он подумал, что это солнце зашло за облака и вновь повеяло холодом зимы, капризно не желавшей уходить. Но солнце светило по-прежнему ярко, а зноб вызвала неприятная мысль, от которой невозможно было избавиться. На какие шиши ты отпразднуешь свой пейсах, Лемарис? Шиши? Спросил он себя с горькой усмешкой. Денег у тебя, как говорят, кот наплакал. Рубаху свою ты не стирал год, и она пахнет не потом, а мышами. И древней лавкой старьевщика. У тебя нет денег ни на штрудель, который можно было бы заказать той же Зинаиде, ни на бутылочку дешевого вина. У тебя нет денег даже на баню, которую открыл на прошлой неделе с оркестром сам начальник Севериновской милиции по бойне. Ничего у тебя нет, Лемарис, кроме старинной книги с множеством молитв. Так спрашивается. Зачем он назначил праздник
если Лимарис не может им насладиться. Ведь этот праздник создан не только для людей. Этот день, конечно, придуман в первую очередь для того, чтобы он мог разглядеть огоньки всех свечей, сосчитать эти огоньки и благословить тех, кто сейчас пытается разговаривать с ним. В этот день он должен разглядеть свой изрядно поредевший народ и решить, что делать с этим народом завтра. Быть по-прежнему суровым или, наконец, простить его. Когда Лимарис закончил копать, солнце уже закатилось за облака, сдавшись в падающей темноте на милость победителя, но это уже было неважно. Главное, он решил, что будет делать сегодня вечером. Капитан Побойня! Посмотрел на испуганное лицо старшины Тихоненко и глухим голосом спросил: что там еще? Не знаю даже, как сказать, товарищ капитан! Испуганно прошептал старшина, проколотого окончания слов. Не знаешь? Так выйди вон и забери мысли в кулак! Посоветовал начальник милиции. Но так как старшина продолжал стоять как пень, который невозможно выкорчевать, еще раз переспросил: так что там? Похоже, политика! Тихон Андреевич! Вытащив глаза, прокричал старшина! Что? Начальник милиции даже пристал с табурета. Сейчас поясню, тороплю, затараторил помощник. Мы баню открыли на прошлой неделе. Соответственно, распоряжение из области. Профилактика, чтоб прочищать и прочистить. А бой я даже ударил кулаком по столу. Так было распоряжение, чтобы баня работала по воскресеньям. Ну, мы так и сделали. Народ доволен, одобряет мероприятие. А утром, когда еще в районе были, пришла тут, понимаешь, кучка жидков и стала требовать, чтобы баня работала по пятницам. Вы представляете? Это же бунт! Зачем по пятницам? Наморщил лоб Побойня. Правильно, ни к чему это по пятницам. Пятница день рабочий, а воскресенье самый раз. С утра помылся и целый день свободен. Опять же пиво свежее в чайник завезли. Ну а при чем здесь? Побойня запнулся, но все же нервно произнес: политика тут каким боком?
Так все дело в религии. А где религия, там и политика. У жидков все не как у людей. Им на наше воскресенье начхать. У них, оказывается, суббота первым делом. Поэтому требуют пятницу объявить банным днем. Это их раввин из попельни накручивают, они по пятницам к нему бегают. А чего они туда бегают? Как чего? По причине отсутствия Севериновки религиозного заведения, ну, то бишь синагоги. И слава богу, нам только синагоги не хватало. А может арестовать? Кого? Раввина! Кто-то же приказал в баню ходить по пятницам. И то сказать 17 душ, а им воду кипяти, пар давай. Никакого угля не напасешься. Кого 17? Раздраженно произнес капитан. Ты внятно можешь изъясняться? Житко, кого еще? 17 душ осталось, Северинов. Капитан Побойлер рванул на себя заедавший ящик письменного стола. Достал пачку Казбека, добытого в райцентре. Не спеша закурил. Старшина понял молчание капитана по-своему. Думает начальство. И это правильно! Конечно, про политику он, может, и погорячился. Но все знают, что любая политика начинается с религии. И пускай эту религию сейчас не очень щемит, все же война прошла, рук не хватает, но бдительность терять нельзя. Последнее дело терять бдительность. Фашистов разбили, но свой враг не дремлет. Выжидает удобного случая, маскируется. Тихоненко, поерзав, достал из кармашка гимнастерки четвертак бумаги и, осторожно вытянувшись, положил на краешек стола, присовокупив. Это список тех, что баню по пятницам требуют. А сколько их до войны было в Севериновке? Жутко? 1002 с хвостиком. Немцы всех под корень по самому Берининой балке в лесу. Комиссия еще приезжала. Знаю. Побойлер затянулся папиросой. И еще раз переспросил. А на сегодня их 17 осталось, что ли? Так точно! Ладно, вздохнул капитан. Еще раз придут, пошли к чертовой матери. Скажи, что мне начхать, кто там какой день мыться хочет. Анархию развели. Все советские люди, согласно распоряжению правительства, должны иметь банный день в воскресенье. И точка! Понял вас, товарищ капитан! Скинул руку козырьку фуражки и, подобравшись на месте, уточнил. Так без арестов? Послушай, старшина, а как у нас там со спекулянтами? Говорят, вчера на базаре 2 мешка сахара продали, а 2 недели назад тот сахар еще на складах по пене лежал. Тихоненко побагровел и опять скинул руку фуражкой, это продавал. Вас понял, товарищ капитан! Прими меры! Расчтите идти! Побойлер кивнул. И старшина вышел, зацепившись в синяк ногой за пустое ведро. Побойлер закурил 2-ю папиросу, осторожно дернул раму окна, которая легко распахнулась, пуская в прокуренный кабинет волну весеннего пахучего воздуха. Вдохнув его, он закрыл глаза и попытался представить каменные полки новой бани, жгучий пар, закупоривший парилку. Он даже услышал хлесткий удар березовых веников. И ему вдруг до жути захотелось быстренько раздеться и голышом прийти в сладкое парное блаженство. Вздрогнув, он открыл глаза и помотал головой. Расслабился, дурак.
Ты бы еще о Пасхе помечтал. Ты бы еще к попу сбегал за советом. Но баня все-таки не шла из головы. Надо будет как-нибудь сходить в воскресенье. Конечно, не в общей толпе, а одному. После закрытия. Присел к столу, положил перед собой толстый лист желтой бумаги, взял в руки перо, которое одолжил у Зинаиды, и задумался. Грамоту узнал, письмо он сочинил молча. И что писать знал. Слова он перекатывал, как камешки. И расставлял их в нужном порядке. Также он знал, кому сейчас напишет письмо. И только два вопроса терзали мозг, не позволяя вывести первую букву. Во-первых, он не знал, на каком языке писать письмо. Ну, конечно, Богу будет сподручнее читать на... Идиш! Он же все-таки еврейский бог. Ему будет приятно, что Лемарис не забыл родной язык. Но! С другой стороны, письмо могут вскрыть на почте, где не служил ни один еврей. И увидев странные буквы, человек с почты может отнести письмо куда не надо. А еще не дай бог выбросить мусорное ведро. И отсюда вытекало во-вторых. Предвидя, что адресат может испугать глупых почтальонов. Они обязательно отнесут письмо милицейскому капитану с кирпичной мордой. И тогда из его затеи ничего не выйдет. Нет! Они обязательно отнесут письмо куда не надо. Поэтому каменный бой, когда откроет, должен понять, что это личное письмо. Хорошее письмо, которое обычно пишут близкому родственнику. Ну, чтобы спросить о погоде, о жизни, о домашних. И высказать небольшую просьбу, который никоим образом не заденет могущество великой страны. Вот такое письмо обязательно заклеят и отправят к нужному адресату, предварительно поставив правильный штамп. Лемарису доводилось видеть солдатские треугольники с пометкой «Проверено цензурой». И так он решил, что напишет письмо по-русски, это раз. И еще он придумал обратиться к адресату так, чтобы комар носа не подточил. Это план. С адресом на почте они разберутся. Не он первый, не он последний, который лезут туда с многочисленными просьбами. Только он умнее всех. Остальные задирают голову вверх и требуют, прячут, вымаливают все, что им придет в голову. От здоровья себе до болячих врагов. А что он может разобрать в этом гармидере? Ничего! Ничего! А письмо он прочтет с удовольствием. Потому что письма всегда приятно читать и даже перечитывать. Да. Письмо Лемариса он прочтет под тысячеголосый хор глупых попрошаек, которые надоедают ему каждый день хуже юрских мух. Лемарис осторожно воткнул перо в чернильницу, стряхнул повисшую каплю, пытаясь унять дрожь в неловких иссеченных пальцах, начал старательно выводить буквы. До-ро-гойги. Товарищ, Бог, писал он, раздумывая, не следует ли в слове товарищ поставить в конце мягкий знак. Пишет тебе Янкель
Лимарис. Один из овца твоего стада. Раньше, когда евреев было много, ты мог меня не замечать. Но теперь нас осталось очень мало, и ты всех можешь сосчитать по пальцам, даже с такой большой высоты. Я никогда не надоедал тебе, дорогой товарищ Бог, своими просьбами и даже сердился, когда другие забивали тебе голову пустяками. А теперь у меня есть к тебе просьба. И, надеюсь, не очень тяжелая для тебя. Дело в том, что я остался совершенно один в своей Севериновке. Как говорят, полный сирота. Никого из родных, кроме тебя, у меня нет. Мою жену и детишек убили фашисты. И они, наверное, сейчас находятся возле тебя и тоже просят за меня. Итого, я совершенно один. И зарабатываю на кусок хлеба тяжело. Я продаю иголки для примусов. А ты знаешь, какие деньги за это платят? Это смеха не те. Это слезы, а не заработок. Но ничего другого я не умею. Таким, наверное, умру, когда ты этого пожелаешь. Извини, что я так подробно все описываю. Мне не с кем поговорить. Так вот, я подумал, что уже пришло тепло. Скоро в Пейсах наш с тобой самый главный праздник. Все люди идут перед этим в баню, надевают чистое белье, садятся за стол и кушают то, что в раю человек кушает каждый день. А я могу положить в рот только кусочек черствого хлеба и запить своими слезами. Я даже не могу купить маленький кусочек штруделя, чтобы положить его на окошко и ждать, когда ночью прилетят моя Рахиль и мои ангелочки. Если ты простил мне мои грехи, то прошу тебя выслать мне 50 рублей, чтобы я мог отпраздновать Пейсах, как все люди. Я очень рассчитываю на положительный результат. Всегда твой Янкель.
поднимались. Когда он закончил письмо, в комнате было уже темно. Немарис беспокойно завертел головой, проковылял к старой тумбе, на которой стояла керосиновая лампа, зажег ее и осторожно перенес на стол. Письмо нужно было прочесть еще раз. Мало ли что. Мало ли что. Мало ли что. Немарис читал письмо по слогам, кивая головой на каждом слове. Хорошее получилось письмо. Толковое. Без всяких там кивок. Грех не ответить на такое письмо. Лемарис задумался и уже потянулся к пожелтевшему конверту, но прокравшееся в душе сомнение остановило его. Конечно, с обращением к Всевышнему он придумал удачно. Им не к чему будет придраться. Также в письме не было ни слова о политике. Но как раз неизвестно, как они на это посмотрят. Ну вот если посмотреть со стороны, то есть не нашим и не вашим, то все вроде бы нормально. Так. Простой еврей пишет своему Богу письмо. И кому какое дело, о чем они там договариваются? С другой стороны, государство требует порядка. Бог повыше всяких генералов. Да. А кто такой он, Лемарис? Даже не управдом. А они там могут спросить. На каком это основании вы, граждане Лемарис, обращаетесь к Богу через наши головы? Вам что, жить надоело? Он мог бы ответить, что, конечно, они абсолютно правы. Но. К Богу нужно обращаться в синагоге, вот, в присутствии раввина. Вот. Но где, извините, у нас синагога и где раввин? Нет! Нет, для них это не отговорка. Они любят, чтобы их, извините меня за выражение, целовали в основе. Уж лучше написать два слова, чтобы кое у кого пропала охота задавать ему идиотские вопросы. Да. Лемарис посмотрел на письмо, прикидывая, сколько еще слов поместится на толстом листе, и придвинув к себе лампу так близко, что жар от стекла обжигал лицо, тяжело вздохнул. Забыл сказать, то советская власть относится к евреям очень хорошо. И прошу тебя поблагодарить за это партийного секретаря Севериновки, товарища Жанило, уполномоченного райпотребсоюза, товарища Белонога и героя войны, начальника нашей милиции, капитана Побойнева. Это все. Нет, а директор школы, правда, фельдшера. Он засомневался, следовало ли писать дурацкие слова, это все. Ну, для верности можно было бы вспомнить и председателя колхозного рынка товарища Жамгала, и директора школы, и фельдшера, и других уважаемых людей, которых он видел издали. Но лист был исписан, и слова это все поместились на самом краешке в обрез. Лемарис запечатал письмо, написал на конверте адрес товарищу Богу, посмотрел в окно и задул лампу. Thank you.
Капитан по бойне придвинул к себе конверт, на котором крупными печатными буквами было написано «Товарищу Богу». Повертел его в руках, затем стал перечитывать, но тут же отложил на край стола и поднял свой тяжелый взгляд на старшину. «Кто таков?» Тихоненко втянул голову в плечи и осторожно промямлил. «Немного сумасшедший! Иголки для принцев на базаре продает!» «Что значит «немного сумасшедший»?» Раздраженно спросил капитан. «Бывает бурное, а бывает тихие. Это тихий. Пробормочет себе что-то под нос, не разберешь что. Живет один. Ничего подозрительного не обнаружено, товарищ капитан». «Контузия, что ли?» «У него семью немцы убили. Прямо у него на глазах. Вот он и того. Съехал с катушек». «Как это? На глазах?» «Не понял, капитан». «А его? Почему не расстреляли? Удрал?» «Так он шел домой, когда евреев начали сгонять, а соседи затащили его в хлев и спрятали в навозе. Оттуда он и наблюдал, как его жену и детишек немец в лес погнал». Подумал старшина, уточнил. «Сумасшедший он, ну безвредный, никого не трогает, напрасно к людям не пристает, разве что когда своими иголками торгует». Побойня закурил папиросу, отошел к окну. Сегодня был первый день, когда весна разгулялась вовсю. И разноголосый караван птиц, прилетевший с юга, и мальчишки, затеявшие свои вечные игры в Чапаево, посылали свой последний привет тяжелой зиме. Но он думал вовсе не о загадочных явлениях природы. Он пытался понять, мог ли он, командир разведроты, смотреть из щели в сарае, как вешают его жену и дочь. Да нет. Нет же. Он бы вцепился в горло этим бешеным псам и рвал бы зубами, пока и его не остановила бы автоматная очередь. Он бы поступил только так, потому что не боялся смерти. Давно привык к тому, что она всегда шагала рядом, дышала в затылок, как котелок в старом мешке за спиной. Умереть просто, иногда даже не больно. Жить с незаживающей раной намного труднее. Да, он не видел, как убивали его родных. Но разве был хоть один день, когда он не думал об этом? Не представлял, распаляя воображение, как это произошло. Не домысливал страшные картины их страданий. А теперь он должен судить несчастного полоумного еврея, написавшего письмо Богу. Так может, он счастлив, этот Лемаис? Счастлив тем, что не понимает его сумасшествия. Счастлив верой в то, что почта непременно доставит его письмо адресату. И впервые побойник пожалел о том, что Бог, ну или кто там еще, сохранил ему ясный ум. «Тихон Андреевич!» — кашлянул старшина. «А может, в область отправим? Пускай сами разбираются, а?» «Кого?» — вздрогнул капитан, выпутываясь из пелены своих размышлений. «Письмо! И жидка заодно! Налицо религиозная пропаганда!» — покачал головой старшина. «Дурак ты, старшина!» — беззлобно вздохнул капитан. Присев к столу, он повертел письмо в руках и уже привычным каменным голосом негромко приказал. «О письме молчать? Сам разберусь. Жидка завтра доставить ко мне». Thank you.
следующий день Лемарис стоял в кабинете начальника милиции и, беспокойно озираясь, чувствовал, как потеет спина, ладони и даже живот. Человек за столом смотрел на него долго и пристально, кроша коричневыми пальцами папиросу. Лемарис не обращал внимания на папиросы, он не курил никогда, но вот от кобуры с тяжелым пистолетом, который лежал на краешке стола, он не мог отвести взгляд, и в голове, перемалывающий за день всякую всячину, вертелось одно только слово. Все. Наконец Побойня посмотрел на своего помощника и коротко бросил: «Свободен!» Старшина Чуканенко сдвинул каблуки из топтанных сапог и вылетел в сени, где опять загремело упавшее ведро. Тихон Андреевич еще раз просверлил доставленного тяжелым взглядом и кивнул на табурет, стоявший посреди комнаты. Садись! Лемарис оглянулся на табурет. Жалкая улыбка обнажила желтые редкие зубы, а голова втянулась в плечи, но не сел, опасаясь какого-то подвоха. Я сказал: «Сесть!» — тихо приказал капитан. И Лемарис в ужасе опустился на табурет. Он догадался, что его вызвали из-за письма. Что-то им, наверное, не понравилось. Но что? Чем он их обидел? Что они нашли в письме такого, чтобы хватать его за шкирку и тащить к самому начальнику Севериновской милиции, которого даже буйные пьяницы обходили третьей дорогой? «Пасха, говоришь?» — внезапно спросил капитан. Лемарис изобразил подобие улыбки и торопливо закивал. Рот словно заклепали железной пряжкой. «А в бане хочешь?» — прозвучал следующий вопрос. И Лемарис опять закивал. Вдруг замер, пораженный молниеносной догадкой. Баня? Вот зря он про баню написал. Люди на базаре шептались, будто евреи хотят устроить в той бане переворот, поднять восстание, запретить всем прочим мыться по воскресеньям. Зря он про баню написал. Надо было вычеркнуть. Но теперь поздно. Все. Приехал. Капитан встал из-за стола, жестом приказав Лемарису сидеть. Зашел задержанному со спины и, удивляясь себе, едва не положил ему руку на плечо. Однако вовремя одумался.
Вот что я хочу тебе сказать. Лемарис. Изменившимся голосом произнес капитан. Письмо твое там получили. Ты, конечно, поступил неправильно, что бросил письмо в почтовый ящик. В следующий раз приноси письмо лично мне. Понял? Вытаращив глаза, Лемарис испуганный кивнул. Ты что, не можешь говорить? Вас слышно, прошептал Янки. Уже пришел ответ. Побойня расстегнул кармашек гимнастерки и выложил на стол купюру в 25 рублей. Вот он! Там просили передать, чтобы ты ему не морочил голову. Нас много, он один, понимаешь? Лемарис даже забыл кивнуть. Его глаза впились в новенькую банкноту. Ему казалось, что это видение, мираж. Что стоит ему отвести взгляд, как деньги тотчас исчезнут. Ты меня слышишь? Да. Внезапно вырвалось из измученных губ. Слышу. Хорошо. Голос начальника милиции потеплел еще больше. Быть может от того, что он впервые услышал голос своего собеседника. Возьми деньги и спрячь, чтоб никто не видел, понял? И Пасху. Пасху свою, чтоб отпраздновал тихо, без свидетелей, понял? Это тебе не 1 мая. И тем более не день Октябрьской революции. Это... И он не нашел определения религиозному празднику, которому вовсе не хотелось унижать. Но и высказывать одобрение также не представлялось возможным. Короче, властям это неинтересно. Ну, бери. Дрожащей рукой к купюре. Поднес ее к глазам и тихо поцеловав, спрятал куда-то под плащ. Бог весть, какой карман. Держал сам. Но не важно. Чекалинка! Рявкнул так, что Лемарис подпрыгнул на своей табуретке и зазвенел графин на стеклянной подставке.
привидение вскочил в кабинет, скинул руку к козырьку фуражки. Слушаюсь вас, товарищ капитан! Значит так, старшина. Строгим тоном произнес капитан. Я побеседовал с товарищем, и он понял свою ошибку. Лемарис напряженно старался вникнуть в суть разговора и на всякий случай кивал головой. Понял вас, товарищ капитан. Так Лемарису кивнул старшина, хотя и все сказано, он понял еще меньше, чем испуганный еврей. Он больше никому не будет писать. Тем более по известному нам адресу. Так, гражданин Лемарис? Лемарис опять испуганно кивнул. И поэтому... Капитан посмотрел на побледневшего старшину. Мы закрываем дело. Ставим на нем печать совершенно секретно. И сдаем в архив. Вот в эту папочку, которую положим в сейф. Кстати, какой у нас сегодня день? Среда, товарищ капитан. Хрипло отрапортовал старшина, пытаясь понять, что же произошло в кабинете за такой короткий период, пока он отсутствовал. Среда. Утвердительно кивнул капитан. Так вот, старшина, найди и тех, которые хотели мыться в пятницу, и вели растопить баню, и лично отведи туда помыться гражданина Лемариса. Когда растопить? Губы уже окончательно не слушались милицейского старшину. Я разве не сказал? В пятницу! Каменные нотки вновь зазвучали в голосе капитана. Введи исключение. И при условии, что уголь они принесут с собой. Каждый по пол ведра. Выпал! Нет! Осталось разменять 25 рублей. Но и тут Бог был на его стороне. Старик Вайнштейн! Торговавший на базаре согласился. Дать Лемарису 24 рубля 50 копеек. 50 копеек он оставлял себе за услугу. Старый дурак. Если бы он знал, от кого поступили деньги, он должен был добавить минимум рубль. Но Лемарис благоразумно промолчал. У жены Вайнштейна тот еще ротик. Ничего, не обеднеет он на 50 копеек. 15 рублей я тут же спрятал в коробочку, которую потом закопал в углу своей хижины, а на оставшуюся сумму пошел в отчаянный разгул. Во-первых, были куплены новая рубашка, и кальсоны. Ну, да, не совсем новый, но стиранный раз не более. Зато была куплена толстовка за рубль. А со старыми ботинками? Со старыми ботинками. Старьевщица хотела стучить ему еще почти новой подковки и почти за даром.
всего за 5 рублей. Но на такую трату он не решился. Все равно наступила весна. А следующую зиму он проходит в своем презентрике. Во-вторых, были куплены свечи, бутылка крепкого портвейна, маленькая чуть больше наперстка баночка с медом, и десяток редких орехов. Ливарис тоже удачно выменял на две полки. Наконец встретили, Дина! Но ты бы без того пытался объяснить им, как он ел яблочный шарунок, и зачем ему понадобилась белая булка хлеба. Ну? Сердито махнула рукой? Но рубль все-таки взяла! Но рубль все-таки взяла. А уже к вечеру ее дочка принесла нечто пахучее, завернутое в вощеную бумагу. Он не стал открывать сверток. Да и зачем? Даже без носа мог учуять волнующий запах неземной вкусности. Объяснил Лимарису, что 16 его соплеменников терпеливо дожидаются возле бани, растопленной по приказу начальника милиции. А евреи действительно толпились у пока еще закрытых дверей, и в руках каждого было ведерко или мешок, наполовину заполненный углем, который придирчиво проверял кочегар. Как только старшина подвел Лимариса к очереди, двери распахнулись, и люди робко переступили порог бани. Приятным было белье, надетое на чистое тело, как легко несли ноги. В новых ботинках к дому. Thank you.
начистился мир, словно кто-то тряпкой хорошо вымыл окна, отделявшие нас от него. И как пьянил весенний аромат, влетевший в его хибару, распахнутое окно.
настала минута, когда он разложил еду на столе и зажег свечи. Конечно, штрудель стоял посреди стола и был разрезан на 4 равные части. Рахели, сыновьям и ему, конечно. И вино было налито в стакан, и книга была раскрыта на нужной странице. Когда он почувствовал, что настала именно эта минута, когда Пасха переступила порог его убогого жилища, глаза, страницы. Сливались разрезанные линии, буквы танцевали фрейдекс. И тогда он поднял глаза к черному закопченному потолку и зашептал
то, что накопилось у него в душе за эти долгие годы страданий. И Бог внимательно слушает его. Thank you.
пришла зима. Морозы 48-го года были лютыми, и сколько Ливарис не крепился, ему пришлось рвать тайник и таскать оттуда рубли на дрова, на мешок угля, на керосин, на мало ли какие мелочи нужны человеку, чтобы пережить проклятые морозы, которые по утрам трещат гнилые оконные рамы. Но чем меньше оставалось денег в заветной коробочке, тем чаще приходила в голову мысль о начальнике милиции Попойне, который при близком знакомстве оказался не таким уж осмотреем, каким его изображала спекулянтская молва. Но из песни слов не выбросишь. Ведь Лемарис попросил у Бога 50 рублей. А капитан отдал только 25. То, что Бог мог сэкономить на бедном еврее четвертак, подумайте, что Бог мог напечатать таких бумажек сколько угодно, он мог осыпать ими всю землю, но денег больше, чем листьев на деревьях. Тогда кто же зажилил 25 рублей? А не будем говорить об этом слух, потому что без слов понятно, кто сделал сметану из горшочка. Пасха неотвратимо приближалась, а денег в коробочке оставалось на одну свечу. Что уж говорить об исподнем, которое за год обветшало. А ботинки уже два раза были в починке, и все равно просили каши. И ни о какой бане речи идти не могло, не говоря уж про яблочный штрудель. И что же делает человек, когда жизнь припирает его к каменной стене так плотно, что дышать становится не в моготу? Правильно, он зовет на помощь. А кого может позвать на помощь человек, у которого на всей земле не осталось ни одного близкого человека? Правильно. Он зовет на помощь Бога. Замерзший человек неизвестной личности. Три уголовных дела по спекуляции сахара на Севериновском рынке. Саботаж. Райзавод конторы по поставкам керосина. И просьба выделить отделу милиции одну единицу грузового транспорта. По причине того, что издыхающая трофейная М-ка не в состоянии добраться по распутице в окрестные села, где тоже требуется острый милицейский глаз. Что там у тебя? Терпеливо спросил Побойня, пытаясь очистить перо от бумажных ворсинок. Письмо! Выдохнул Тихоненко. Какое письмо? Опять Лемарис! Лемарис? Поморщился Побой, не услыхав призабытую фамилию. Кому письмо? Мне? Богу! Шепотом произнес старшина и осторожно положил конверт на стол. На
всякий случай отошел на 3 шага назад. А? Улыбнулся побойня, прочитав имя адресата. Опять этот попрошайка? А ты говоришь, сумасшедший! Да он хитрее нас в 1000 раз! Нет, в этот раз хрен ему, а не штрудели! Капитан покрутил головой и махнул рукой. Свободен! Потом почитаю. Побойня склонился над рапортом. Ему оставалось написать всего-то 2 фразы о том, что, идя навстречу празднику солидарности трудящихся всех стран под руководством великого Сталина и так далее, и тому подобное. Но что-то сдержало его. Зуд нетерпения зачесал кисти рук, он стал разжимать пальцы. И, отложив перо, непроизвольно потянулся к письму. Торопливо вскрыл его и стал читать. Дорогой товарищ Бог! Извини, что опять надоедаю тебе по пустякам. То есть я хотел сказать, что для меня это вовсе не пустяки, а наоборот. Прошлым разом я получил от тебя привет. И встретил пейсов не хуже, чем у людей. А потом целый год вспоминал об этом с удовольствием. Так что огромное тебе спасибо. И вот опять споры пейсов. А у меня опять нет денег, чтобы еще раз получить удовольствие. Конечно, если бы в тот раз я получил все, что просил, то мне хватило бы на 2 пейса. Сколько человеку надо, человеку и лошадь особенно, такой, как я. Но ты понимаешь, кого я имею в виду? Потому что писать об этом не надо. Хотя мне и обидно, что ты ему это простил. Так вот, если ты по-прежнему считаешь меня своим созданием и в силу оного продолжаешь обо мне заботиться, то прошу тебя повторно исполнить мою просьбу. Пожалуйста, не передавай деньги через капитана Побоя, потому что он, хотя и хороший человек, и герой войны, но половину всегда оставляет себе. А половину всегда оставляет себе. Говорят, у них в милиции такая привычка. Ну, при чем здесь я? Ну, может, ему тоже надо. Ну, так пускай просит у своего бога и не лезет в наши с тобой отношения. С этим все. Спроси у моей Рахели, или она не против, если я перееду жить в семье. Дело в том, что у меня...
меня пол земляной, а узина из досок. Терпеть свой ревматизм. Я уже не в силах, так что это даже не измена. С наилучшим приветом. Твое создание. Янкель Лимарис. Покупаем голки.
иголки для примус.